Вот это да, вот это спрос. Вот. Да, то есть, соответственно, а что касается VIP-формата, то здесь я именно глубинно распаковываю личность, и это занимает время. То есть, вот тоже относительно цен в Майами. Если вы пойдете в маркетинговое агентство на распаковку личного бренда, они вам дадут вот такую записку. Это обычно проходит час 40, ну, час небольшой, они дают вот такую записульку в одну страницу. Я когда пришла, я говорю, это что, это все обо мне? Это все обо мне? Думаю, нет, я намного больше, и я так прямо углубилась в то, как я распаковываю. То есть у меня много методик. Как раз вот вся эзотерика, она здесь и пригодилась, да? То есть распаковка по асценденту, по натальной карте, по нумерологии, по внешнему виду, по палмистри, по ладони. То есть для меня это важно, да, потому что я считаю, что личность это, ну, это просто океан. Океан возможностей, потенциала. И чем больше у личности осознания того, кто он и какие у него достижения, то он совсем по-другому себя чувствует и продает. Это сразу сказывается на самооценке, а самооценка сказывается в отношениях там, с женщинами, с мужчинами, с любимыми людьми, с детьми. Даже с детьми, когда мы что-то им предлагаем, да, ну, им нужно уметь им продавать. То есть с детьми договариваться, вот я здесь работала детским коучем, и мне это, я четко осознала, как хорошо, что я разбираюсь в маркетинге, потому что они здесь такие капризные дети, да, их нельзя ругать, их нельзя наказывать, здесь с этим очень строго. Да, соответственно, они так немножко фривольничают, и так, это называется у них такое креативное самовыражение, но чтобы их замотивировать что-то сделать, нужно включать все время маркетинговое мышление и им просто продавать на ценностном уровне. Вот, это тоже важно. То есть это на всем сказывается, да, понимание глубинное себя, оно сказывается на всем. Да, и так я продала свои там дорогие автомобили и недвижимость в Москве. Вот, представляете, потратила все, инвестировала в себя, потратив на наставников. И очень много мошенников, кстати, в этом бизнесе. Вот первого наставника, который я купила, он оказался мошенником даже. И вы знаете, я после того, как купила, я после этого себя продала за эту цену. Я подумала, если я за себя пятерку заплатила, я теперь меньше пятерки вообще стоить не могу. Если я даже мошеннику за себя заплатила. Кто такой мошенник? Это, да, да, давайте я расскажу эту ситуацию. То есть, да, я работала в коучем здесь в Америке, продавала, первое, вот, да, что я продавала, коррекцию веса, ресурсное состояние. Здесь, в общем-то, мужчины такие благосостоятельные. Я вижу, что тут женская энергия стоит дорого. Тут, допустим, пойти в ресторан с мужчиной стоит от 800 долларов, то есть вот для того, чтобы составить ему компанию. Ну, а если вы хотите с продолжением, то там может быть, ну, соответствующее продолжение. Вот, и я поняла, что, да, женская энергия здесь стоит хорошо, отлично. Если я коуч, да, я могу продать мужчинам, которые вот одинокие, у которых нет ресурсного состояния, внутреннюю мотивацию, вдовцы, тут их много, тут богатых людей, которые вот как будто вот потеряли какую-то, знаете, цель в жизни. Вот все есть, а чего хочется, непонятно. Да, и от этого нет здоровья. Я им стала предлагать коучинг, и мне негде было жить, я предлагала им прям с проживанием.